Сборка коробки передач мотороллер муравей. Для того, чтобы собрать коробку передач, шестерни на валах и валы нужно расположить вот в таком именно порядке. То есть подвижные части должны быть установлены именно так. Далее. Копирный вал. Вот он у нас. Копирный вал. Мы должны его взять вот так вот. Вот этой частью. Ромашкой к себе. И поворачивать вилочки в правую сторону. До того, пока они не уперлись. Вот первую мы провернули. Все, она уперлась. И вторая пошла. Вот. В таком положении. Далее, не изменяя положение этих вилочек, мы должны будем установить все это дело в картер. Как это делается? Берется первичный вал коробки передач. Вот он будет установлен у нас вот так. Главное понимать, что как работает. И устанавливать будет не так сложно. Я лично всегда вот эту самую большую шестерню коробки кладу в самый низ. Так. Теперь становится более-менее ясно, как и куда это все устанавливается. Вот это вот сюда. Потом берем вот этот вал. Вот так. Все, как видите, все сошлось. Дальше вставляем подшипники. Так, все, пока что все идет хорошо. Так, ну так как эта техника советская, как видите, эта шестерня ложится не до конца, поэтому нужно просто взять и подстучать все это дело молотком. Вот так все это у нас выглядит. Далее у нас копирный вал. Вот так получается. И вот так. Да, вот. Все. Теперь мы устанавливаем это все на место. На его законное место. Так, главное не забыть заправить вот эту пружинку, а то передачи фиксироваться не будут. Еще один факт про этот мотор. Когда мы собираем по моей методике его, мы получаем на выходе готовый мотор с переключающейся коробкой. Но главный подвох в том, что она, мы его собираем на четвертой передаче, на четвертой. И потом перед использованием надо будет прощелкать все передачи до нейтраль. То есть 4, 4, 3, 2, 1, нейтраль. Далее. Чтобы проверить правильность нашей сборки, нам нужно воспользоваться пассатижем. Вот у нас здесь есть копирный вал, который мы устанавливаем. Мы берем и прокручиваем его до упора по часовой. То есть он вот больше не должен поворачиваться. Вот эта злосчастная бабышка, которая нам не давалась очень долго. Все. Коробка передач собрана на четвертой скорости. Вот копирный вал. Вот вал переключения скоростей. Здесь
сектор нужно попасть последним зубом вала переключения скоростей. Далее, еще один не менее важный нюанс. Вот здесь, вот. Видите, здесь вот. Раз, два, три зуба. Зубца. Также и с вот этой стороны. Но их, к сожалению, не очень хорошо видно. Вот. Зубец. Мы должны попасть в последний зубец. Вот таким образом. Думаю, на этом можно закончить наше познавательное видео. Спасибо за просмотр и удачи в сборке ваших мотоциклов.